Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Дмитрий Евланов и канал Сады Тамбовщины. И сегодня у нас уже второй день дует северный ветер, сильный северный ветер, так что со звуком я не знаю, как будет, но буду говорить прямо в камеру, погромче. И сегодня 25 июня 2019 года. Я уже снимал видео про самосевы. Вот цветет петунья с самосевом вокруг пихты корейской. Вот. Но хотел бы я снять видео не про петунью с самосевом, а вот про этот просто чудесный яркий ковер. Вот такая вот красота. Такая красота держится приблизительно с утра и до обеда. Потом портулак закрывается уже после обеда. Но сейчас это просто шикарно. Это цветет портулак. Вот такой вот очень красивый, яркий, пестрый ковер. Вот такой вот. Он у нас распространился буквально из там 3-4 саженцев. Были посажены где-то вот здесь, вот рядом вот с этой розой. И за 2 года, в том году это была куртинка вот где-то от розы до краснолистной канны, а за 2 года портулак распространился вот так вот. Уже зашел и сюда. Я, конечно, извиняюсь. Тут вот у нас лебеда. Жара делает свое дело, растения сохнут и не цветут. А лебеда растет очень хорошо, несмотря на жару, отсутствие дождей и прочее. Вот здесь вот лунка получилась, сажал можжевельник монарх. И вот вокруг него уже вот так вот выросло все. Здесь вот дерен сажал. И вот вокруг дерена все буквально заросло. Вот таким вот сплошным ковром. Это очень красиво, очень декоративно. И в следующем году, наверное, я засажаю портулаком. Потому что это шикарный почвопокровник. Очень неприхотливый. Тем более то, что у нас на участке глина. Сплошная причем. Там вот у меня можжевельники посажены, так они посажены было в вырты, наверное, ну такие большие посадочные ямы, литров, наверное, по 100 каждый, заполнены плодородной землей, и вот туя, где посажено. Вот, а все остальное вокруг них, это вот прям сплошная глина. А что нужно у нас портулаку? А ему нужно для обильного цветения бедные почвы, совсем небольшой полив. Вот вы не поверите, но вот этот вот портулак мы вообще за эту вот весну и лето ни разу не поливали. То есть ему хватает того, то что поливаются вот канны, поливаются розы, поливаются можжевельники, вот которые посажены, поливается вот дерен, поливается гортензия вот там замульчированная сеном посаженная. А ему вот хватает того, что он получает, наверное, немножко водички вот от того, что вода распространяется. Здесь вот я откапывал друзьям отсюда портулак, здесь вот проплешина. Траву сейчас подергаю. Красная трава. Свекольник еще по-другому у нас называют его. И лебеда — это просто наши бичи. Вот, вот такое вот небольшое красивое видео. Да, еще что хотел сказать. Самосевом портулак рассеивается. И есть как вот такие вот простые цветочки, так и вот такие вот хорошие махровые цветочки. И даже вот смотрите, какой махровый цветочек. А вот здесь вот только-только начал распускаться розовый. И вы посмотрите, какое качество цветка. Так что самосевом не все растения
теряют своих сортовые качества. Некоторые их очень даже хорошо сохраняют. Но вот петунию сейчас тоже отсюда удалим, потому что ей, я думаю, здесь не место. Я уже ее дергал отсюда, но она продолжает все равно вот расти. Единственное, что с весны этот участок просто не нужно трогать. Его не нужно рыхлить, перекапывать и все прочее. То есть все семена с осени, которые осыпались здесь, они здесь так и остались. Снегом их, насколько можно, затянуло в землю. И вот так вот он у нас ковром сходит. И вот так вот потом радует нас своим цветением. Я думаю, что все это распространится на более большую территорию. Здесь вот портулак уже перебежал к огороду. И с большим удовольствием вот такой вот красивый кустик соседствует у нас с картошкой. Все желтенькие, но один затесался сюда такой вот коралловый. Вот такая вот полянка шикарного портулака. И напоследок немножко о погоде. Дует сильный северный ветер. У нас стало более прохладно. Сегодня вот где-то 25-28 градусов. Но дышится уже легко, дышится превосходно. Спали мы сегодня ночью очень хорошо, даже под одеялами, так как ночью было еще прохладнее. И к выходным с пятницы у нас наконец-таки все-таки обещают по всем прогнозам дожди. Мы их очень ждем, мы по ним очень соскучились. И речка уже надоела, и купаться уже надоело. Ну что показать, вот здесь вот цветет роза, но она у меня немножко болеет. Точнее, она даже уже не цветет, она отцвела, но времени на все не хватает, так как работа, дом, огород. И вот с розами заниматься, наверное, сегодня займусь. Сегодня у меня выходной. Это вот цветет роза, о которой я вам рассказывал, пересорт. Так вот цветет роза, продолжает Нина, забыл, Флорибунда Нина Вейм. Ну, не столь важно. Вот, вот эта вот роза уже отцвела. И сейчас я переодеваюсь. Точнее, одеваюсь, так как выходим на своих участках практически здесь все глушом. Вот, и иду обрабатывать все, так как все заросло сорняками. Все заросло, розы не обрезаны, вот сухие, нужно все это обобрать, потому что вот докасываешься, и буквально все это вот такое вот, видите, как цветы, кстати, очень долго цвели, но сейчас это просто все вот так вот отсыхает, усыхает, увядает и обсыпается. Вот так вот, сейчас будем все это обрезать, все это будем полоть, трава вот под гортензиями вновь посаженными, вся высохла и вся такая истончилась. Все, сейчас подберем поближе к кустикам. Но нужно наводить марафет. Итак, всем всего доброго. Видео получилось более чем большое. Всем пока. Всем всего хорошего.